Ну и что, расскажи там, что нового, как дела? Наши там уже с ума сходят на передке, пиздец, ебать. Почему? Ну их каждый день бомбят, нахуй. Каждый день просто, ебать. Сегодня. Приехал, короче, блядь, туда, пацанам, на передок. И теперь они там, во-первых, все, блядь, уже деды стали, нахуй. Во-вторых, ебать, я теперь как зайцы по норам, понял? Вот только где-то что-то засвистело, все, его фух-фух, ебать, они уже гандуи. Зайцы позавидуют, ебать. Постарели, да, ребятки? В смысле, они там кукушка едет, чтобы ты понимал, они там уже, блядь, еще там, ну, кукушка, в смысле, едет. Вот, просто представь на секунду, ебать, 24 на 7, ебать, тебя, нахуй, блядь, просто бомбят. Вот там, где они находятся, ебать, там, блядь, жесткие бои идут. Ну. И вот, блядь, кто они такие, с чего они там делают, понимаешь, мы же они ночью, ебать, ебашатся с нами, нахуй, днем они, блядь, типа мирные люди ездят на машине. Здесь вообще никому нельзя доверять, вообще абсолютно, может бабка идти, нахуй, с пирожками, нахуй, блядь, понимаешь, что, ебать. Ну да, да. А ночью это, ебать, полковник, нахуй, корректировщики артиллерии, блядь. Да, но я имею в виду, что, то есть, с нашей стороны наступательных операций никаких нет, ну, со стороны России. А смысл? Они закопаны, ты приедешь, тебя разъебут из окопа. Ну как они закопаны, под землей, что ли, сидят? Да, эти люди, ебать, 8 лет, нахуй, воевали, готовились к этой войне, нахуй. У них там такие позиции, ебанешься, нахуй, Гитлер, блядь, позавидовал бы, нахуй. Значит, надо сделать так, чтобы они там под землей и остались. Ну набери Володьке, скажи. Сильном желании можно было бы понимал, блядь, летчики боятся летать, нахуй. То свои сбивают, нахуй, то чужие, блядь.